Apple обманула пользователей айфонов, без предупреждения замедлив работу устройств. Такие обвинения содержатся в 8 судебных исках, которые на этой неделе граждане США подали в федеральные суды штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина. Недавно компания признала, что обновления программного обеспечения целенаправленно замедляют работу старых устройств. Объяснили это тем, что аккумуляторы со временем изнашиваются и не справляются с нагрузкой. На холоде телефон может также внезапно отключиться. Замедление же помогает продлить время их работы. Однако истцы и многие другие пользователи утверждают, что компания просто пытается заставить покупать свои новые айфоны. Если они сделали это нарочно, то ожидаются очень интересные судебные дела. Если это лишь применение более быстрых технологий на старых устройствах, то вопрос будет заключаться в том, как технологии развиваются. Подобный иск также подали в Израиле. На фоне этих новостей в Европе стала снижаться стоимость акций технологических компаний. Инвесторы забеспокоились, что iPhone 10 может оказаться слабее, чем предполагалось.